Всем доброго здоровья, друзья. Простите за горечь, но она каплями так и сочится. В этот раз подросток, девочка, что больше суток лежала между двумя припаркованными машинами и только тихо скулила. Скажите, когда уже в нашей стране любое преступление против жизни, неважно, жизнь животного это или жизнь человека, будет жесткий закон и наказание, потому что на месте каждого этого искалеченного зверя мог оказаться наш с вами ребенок. На месте каждого сбитого зверя, потому что тот, кто летит по трассе и не желая притормаживать ни возле светофоров, ни на перекрестках, нигде, именно они сбивают этих несчастных. А наши дети часто, особенно когда снега, идут вдоль дорог. Как бы мы ни говорили им, что детки, милые мои, хорошие, доченька, сыночек, это дети. Они понимают, а через 5 минут, поддавшись общему настрою с друзьями, уже шалят на дорогах, на обочинах. И на месте каждого, слышите, на месте каждого искалеченного лихачами зверя может оказаться ребенок. Именно поэтому, друзья, нужен закон, жесткий закон, заставляющий водителей придерживаться установленных правил и скорости. Мира. Больше суток поломанный ребенок лежал леденее на снегу. Потом кто-то подстелил ей картоночку. И только потом кто-то решил позвонить наконец. Знаете, что я услышала? Мне было неудобно вас беспокоить. А удобно смотреть, как замерзает изломанный зверь. Удобно, ребят? Я прошу вас, мои хорошие, хоть на секунду, давайте представим, просто представим, как им больно и страшно. И скажите, если бы мы оказались на их месте, неужели мы бы также провожали тоскливо людей, равнодушно проходящих мимо? Голодный, замерзший, а на морозе боль еще страшнее. Вы это знаете. Терзаемый этой жуткой болью. Умирающий, замерзающий зверь, у которого никого нет, кроме нас с вами. Никто ему не поможет, кроме нас с вами. Люди, прошу вас, давайте оставаться людьми. Пожалуйста. Ведь эти приюты, это говорит о нашей бездуховности. Когда уже мы научимся заботиться и нести ответственность за тех, кого мы приручили, и тех, кто веками живет рядом с вами, с нами, друзья? Я обращаюсь ко всем. Искалеченных зверей необходимо лечить, оперировать, обследовать. И, ребята, вылечив, их надо продолжать содержать, пока мы не найдем им дом. А это значит, что помощь, ваша, друзья, помощь приютам должна быть ежемесячной. Не потому, что вы должны, а потому, что в каждого из вас, в каждом сердце есть доброта, милосердие. И если каждый из вас, ребята, подключит автоплатеж на 100 рублей, мы сможем спасать. Сможем, друзья, и сможем почаще показывать вам ролики, где наши животные уже дома, где они поправились, где они веселые. Добра вам, люди. Самого настоящего добра. И пусть этот мир будет к вам добр так же, как вы к нему. Счастья вам и крепкого здоровья.